Доброго времени суток, дорогие друзья, и в этом видеоролике мы вам покажем, как отключить водяные метки на Oppo A74 5G. Для того, чтобы это сделать, мы заходим в камеру и проверяем, включены ли они, мы делаем фотографию какую-либо. Заходим. И видим, что у нас здесь очень много водяных меток снизу. Для того, чтобы это отключить, мы нажимаем в настройки в правом верхнем углу на такой значок. И нажимаем на пункт «Водяные знаки» и просто убираем везде галочки или ставим галочки только возле нужных нам водяных меток. Таким образом, мы можем выключить водяной знак на нашем телефоне. Спасибо, что посмотрели данный видеоролик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!